Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами хотим поделиться одной уникальной практикой. Обязательно поставьте соль под свою кровать, и вы увидите кардинальные изменения в своей жизни. Почему мы рекомендуем проводить эту практику один хотя бы раз в неделю? Какие слова нужно произносить? Далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть как много больше людей узнает эту важную и ценную информацию. Вы знаете, соль – это практически незаменимый компонент в кулинарии. Однако, как правило, соль используют не только для того, чтобы улучшить вкус пищи. Соль, она обладает действительно волшебными и магическими свойствами, что делает ее востребованной в некоторых ритуалах, обрядах и практиках. Солевые кристаллы – это носители энергии, которые воспринимают любую информацию, вне зависимости от того, плохо или хорошо. Кроме того, они могут впитывать в себя человеческую энергетику. И это происходит из-за того, что соль, она вбирает в себя силу земли, а люди ее используют в первозданном виде без переработки. И, конечно же, существует достаточно большое количество практик, ритуалов, с помощью которых вы можете очистить себя от негативной энергетики, которая, возможно, копится на протяжении долгих лет в жизни и в вашем доме. Вы должны понимать, что негативная энергия, она сначала действует на тонком плане, а затем, спустя время, начинает выражаться уже и на физическом плане человека. То есть человек может начинать себя плохо чувствовать, погружаться в уныние, в депрессию, в тоску. У человека появляются такие, знаете, вот признаки раздраженности, какие-то страхи, возможно, появляются какие-то навязчивые идеи и даже дурные мысли. И, конечно же, это влияет на все сферы нашей жизни, начиная от сферы денег, работы и заканчивая взаимоотношениями в семье. Тем, кто работает с большим количеством людей или, возможно, ощущает информационную перегрузку, например, от просмотра вечерних новостей по телевизору или ленте в социальных сетях. Кстати, этому тоже она способствует. И особенно тем, у кого бывает беспокойный сон. Всем стоит обязательно провести эту простую практику с солью. И хотим напомнить о том, что, наверное, все помнят обычай встречать гостей хлебом с солью. Также всегда уже мужа и жену встречают родители с хлебом и солью. И знаете, в наше время этому ритуалу придается очень важное значение. Однако изначально в этом ритуале было заложено совсем другое. Считается, что соль боится нечистая сила. Именно поэтому возник обычай встречать гостей хлебом с солью, символом благополучия хлебом и оберегом от темных сил именно солью. И те, кто отведал с тобой хлеба соли, считались, что они не могут быть врагами. А вот фразы, которые вы озвучиваете над этим пищевым продуктом, заряжают его соответствующим смыслом. А если мы еще с вами скажем правильные слова, да при определенных обстоятельствах, мы тоже можем сгенерировать определенный положительный эффект. И далее, о котором мы с вами поговорим о практике, вы эту практику можете проводить в любое время суток. Она не зависит от фазы Луны. Что вам для этого понадобится? Вам понадобится 2 столовые ложки соли и вам понадобится любая емкость. И лучше брать какую-то емкость пластмассовую, которую после этого вы выбросите.
Ценность резервуара здесь значения не имеет. И лучше всего, если вы для проведения этой практики будете использовать природную соль, морскую или каменную, но которая не будет иодирована. Это очень важно. От вашего выбора зависит достижение результата, потому что использование, например, морской соли привлечет именно силу моря, которая особенно благоприятна для очищения и эмоционального исцеления. С другой стороны, каменная соль, она ассоциируется с силами земли и может быть полезна для достижения чувства баланса и стабильности в жизни. Однако эти различия почти в какой-то степени неуловимы, поэтому в общем и в целом вы будете достигать одинакового эффекта и результата. Итак, после того, как вы в емкость насыпали 2 ложки соли, вам нужно это поставить под вашу кровать и произнести следующие слова. «Святая соль, соль земли и моря, очисти меня, называйте ваше имя, от беды, лиха, грусти, злости, зависти, от дурного глаза. Соль белая и чистая, ты удачу мне открой и защитой меня укрой. Да будет так». Эти слова нужно сказать один раз. И оставляем емкость под кроватью. Пусть эта емкость простоит около 24 часов. После этого достаньте сосуд или вашу емкость, поблагодарите обязательно соль за оказанную помощь и пустите по воде. Можете высыпать ее в раковину и промыть водой из крана. И здесь не играет роли, куда вы денете соль. Главное, чтобы у нее был в конечном итоге полный контакт с водой. Частота проведения этого мероприятия любая. Но на первое время, если вы эту практику еще ни разу не проводили, то хотя бы для начала проведите один раз в неделю на протяжении, например, месяца. А далее проводите, например, раз в месяц, особенно после того, как вы сделали генеральную уборку в доме. И помним, что также мы, когда делаем генеральную уборку, старайтесь сделать и влажную уборку обязательно солью. Также вы можете эту практику проводить и в те моменты, когда в вашей жизни появляются неудачи, появляются какие-то проблемы. И чтобы не допускать оттока удачи, не допускать оттока энергии, изобилия, благополучия, всегда проводите эту практику. Также обращаю ваше внимание, что соль еще является и великим лекарем. Она помогает от дурных снов, от бессонницы. Поэтому, если вы рождены под знаком зодиака Рак, Скорпион, Рыбы, Близнецы, Весы, Водолей, то растворите 3 щепотки соли в воде и поставьте на ночь эту жидкость у изголовья и в ногах на полу. А если вы находитесь под знаком зодиака Овен, Телец, Лев, Девы, Стрелец или Козерог, вам нужно поставить у изголовья и в ногах на полу 2 мисочки с сухой солью. А поутру соль или соленую водичку следует вылить в туалет. И делайте эту процедуру в течение 3 ночей подряд, и сон ваш станет крепким и глубоким. Вот, друзья, сегодня мы с вами поделились вот одной вот сильной практикой, которая действительно может изменить вашу жизнь. Поэтому в самое ближайшее время проведите эту практику с солью, и вы увидите, какие изменения вас будут ждать в жизни. И после проведения этой практики вы станете более удачливыми, а это поможет быть успешным вам во всех делах, включая те, которые связаны с деньгами.